Приветствую вас. Начать стоит, пожалуй, с того, что сказать про позицию сверху, которая может ослаблять только в том случае, если она не является родной для человека, то есть если человек, например, по своему характеру больше привык быть в позиции снизу, а он вынужден быть в позиции сверху тогда, его, естественно, будет ослабляться. То есть человек находится не на своем месте, а ему не комфортно в позиции сверху, и, соответственно, он тратит большие количества энергии на поддержание этой позиции. Вот. Представляем же, если люди находятся каждый на своем месте, то никаких проблем, в общем-то, с позициями нет. То есть можно быть какой угодно позиции, позиции сверху, позиции снизу, если как бы человек на своем месте, то все нормально. Другое дело, что борьба, она бывает разной. Если мы говорим про физическую борьбу, здесь это зависит от силы. И сверху, снизу особой роли не играет. Можно только сказать, что у того, кто снизу, больше стимула одолеть того, кто сверху, потому что у нижнего есть к чему стремиться. А у того, кто сверху, у сильного, к чему стремиться нету. То есть у него нет какого-то идеала, да, он сам идеал, он сам находится на пьедестале. Поэтому почему говорят, что завоевать не так сложно, сложно удержать. Потому что когда ты завоевываешь, ты достигаешь какого-то идеала, а дальше, потом, куда стремиться после того, как ты идеала достиг. Как мне не начать деградировать, например. Знаете, вот в этом сложность основная. И именно о деградации можно вести речь в контексте ослабления. То есть есть, например, чемпион. И этот чемпион, он, в общем-то, самый сильный. Но сильнее его никого нет, равняться ему не на кого. И разделяется он только на самого себя. А это плохо. Потому что это останавливает развитие. Поэтому так сложно защищать чемпионские титулы свои. Позиция снизу жертва и угнетаемого. Она разве усиливает? Но она усиливает только того, кто находится не в ней. То есть тому, кому не нравится эта позиция, тому, кого она не устраивает. Если человек считает, что он этого недостоин того, что вот он жертва, то он, соответственно, будет доказывать себе и другим, что он не жертва. И в этом контексте его эта позиция усиливает. А если, например, его все устраивает, если это слабый человек, если он не пытается что-либо менять, то о каком усилении можно вести речь тогда. Не удержался, назвал человека быдлом. Нехорошо, не спорю. Это точно позиция сверху. То, что вы назвали человека быдлом? Нет, это скорее оценочная позиция. Это не сверху, не снизу. Это просто оценочная позиция. Вы оценили другого. Вот и все. Вы вынесли суждение оценочное о нем. И как бы это ваше субъективное оценочное суждение. Оно не ставит вас ни выше, ни ниже этого человека. Потому что даже если вы и правы, то вы правы только для себя. А для другого человека он может быть самым культурным, самым вежливым и так далее. Поэтому это не позиция сверху. Точно ли позиция сверху высокомерна? Нет, опять же нет.
Позиция сверху может быть высокомерная только в том случае, если человек недостоин того, чтобы быть сверху, не соответствует требованиям позиции и в ней находится, он высокомерен. Если он принижает тех, кто является сильными, это тоже является высокомерием. Но понятие «слабый» и «сильный» в разных моментах, конечно, очень варьируется. То есть нельзя сказать, что физически сильный человек является более духовно сильным, более сильным духовно по сравнению с физически слабым человеком. То есть сила, она бывает разная. И далеко не всякая сила, так сказать, конкурирует между собой. Поэтому здесь нужно учитывать такие аспекты. То, что вы считаете, что нехорошо, что вы человека назвали быдлом, ну, знаете как, нехорошо. А почему вы назвали человека быдлом? Почему вы так отреагировали? Человек нарушил ваши личные границы? Человек не тактично поступил по отношению к вам? Человек вас оскорбил? Если так, то у вас защитная реакция произошла, да, она могла быть иной, но она вот такая, и человек отчасти сам в этом виноват на 50%, то вы его назвали, так. Поэтому тут тоже нужно от случая к случаю разбираться. Нельзя просто сказать, что вот вы сказали, что кто-то быдло, все это плохо. А если человек и правда ведет себя как быдло, что тогда делать? Не называть его так? Это позиция очень такая, знаете, ну, как сказать, мимикрирующая, да? То есть в зависимости от ситуации, в зависимости от ситуации меняется. Вот. Поэтому я думаю, что не стоит мыслить так, как вы, слишком предметно. Позиция сверху, снизу. Не стоит. Мир гораздо более сложный, чем просто позиция сверху и позиция снизу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи.